Всем привет, Blender 2.81. Спасибо, что вы задаете вопросы, на которые я не знаю ответ. Вот лазию, смотрю. Прикольная штука, именно морф. Спасибо подписчику. Итак, вот есть у нас вот такой вот куб. Единица на нампаде. Давайте нажмем Ctrl-3. И вот в модификаторах появилась субдивизия. Применим apply. Теперь в Add Mesh или Shift-A, сочетание клавиш, находим Monkey, вот сюда вот так ее подгружаем и делаем ей Ctrl-3. Подразделяем Apply. Теперь делаем ей Shift-D и оттаскиваем ее вот сюда вот так вот в бок. Следом нажимаем вот на эту Monkey и добавляем ей модификатор именно Shrink Wrap. И поставим таргет именно вот на куб. Преобразуется он вот в такую вот такую сферу. Нажимаем Apply, применяем. И вот здесь вот куб, нужно вот этот эффект Delete удалить. Вот такая вот у нас получилась комбинация. Следом выбираем вот эту Сюзанну. И через Shift выбираем вот эту вот сферу. Заходим вот в настройки Object Date Properties и добавляем Shapes Key. Нажимаем вот на эту галочку и жмем Join as Shapes. Вот такая штука появляется. Нажимаем на Сюзанну, вот на эту. И вот теперь, если будем прибавлять валу вот этот вот, вот будет у нас вот такая штукенция. Вот эту теперь обезьяну можно Delete на клавиатуре, удалить. Так, эту вот выровняем по ровной, чтобы стояло. Теперь давайте сделаем анимацию. Вытаскиваем таймлайн вот этот. И вот что будет происходить. Находим вот эту вот функцию, нажимаем на сферу. Так, здесь можно перекрутить. Вот у нас валу есть. Нужно нажать вот сюда вот на значок, чтобы прописалась анимация. Вот появилась анимация. Теперь мы ее перетягиваем где-то на 60-й. Допустим, кадр. Теперь нужно вот эту вот валу вытянуть сюда и нажать I. Alt Channel. Теперь включаем, ставим 60 кадров вот здесь. Enter. И включаем анимацию. И вот, вот такая вот анимация получается. И сферы преобразуются именно обезьяны. Теперь ставим на первый кадр и жмем английская. Так, сначала поставим автоматическую вот эту вот запись, щелчок. Жмем S, английская. И щелчок. Вот прописка прошла. Ставим теперь на 60-й кадр. Жмем S. Прибавляем. И прописка опять прошла. Смотрим, что получается. Вот такая штука. Теперь можно поставить вот этой вот обезьяне материал новый. Можно выбрать любой цвет или подгрузить image. Сейчас покажу как. По прошлым роликам все это дело. Можем просто поставить цвет зеленый. Переключиться на рендер. Вот эту вот третья именно сфера вот здесь вот в боку. Вот зеленый у нас появилась Monkey. Можно также выбрать Image Texture и подгрузить какую-нибудь текстурку. На папку нажимаем и находим текстуру Desktop. Вот, допустим, первая скачанная. Сейчас она подгрузится. Вот типа такого металла. Ничего, все прикольно. Ну а следом можно записать анимацию, настроить уже именно камеру. Это семерка на нампаде. Вот у нас есть камера. G, ставим ее сюда. R, английская, перекручиваем. Тройка на нампаде. R, перекручиваем. И G опускаем туда, куда нам надо. Смотрим 0 на нампаде. G. Корректируем.
вот таким вот образом. Ну и вот так все это дело будет появляться. Вот такая анимация. Можно текст также сделать, да что угодно по ходу. Так, теперь 0 на numpad и заходим вот в эту функцию. Находим TMP. Ставим прописку desktop, куда сохранять, на рабочий стол. Ну и делаем уже рендер анимации. Все, всем пока, до свидания.